Привет, мои дорогие, готовим с вами завтрак. Вообще изначально рецепт был на оладьи, но я хочу приготовить один как бы такой блин. Нам понадобится такой небольшой молодой кабачок. У меня еще перчик есть, вот такая небольшая часть его. Два яйца. Яйцо я беру 1С, это среднее небольшое яйцо. Еще нам понадобится какая-нибудь мука. Я буду использовать вот такую кокосовую, низкоуглеводную и маложирную муку. Если у вас нет кокосовой муки, вы можете использовать, какая у вас есть. Например, посмотрите, может у вас есть рисовая мука, нутовая мука. Или просто берете геркулес, молите его, и это будет у вас мука овсяная. Я еще добавлю немного вот таких отрубей кукурузных. Отруби очень вкусные, мне понравились они, и они недорогие. Я готовлю и хлеб, и сладкую выпечку, прям вот с добавлением этих отрубей. Это просто замечательно. Вот такой простой набор продуктов. Еще специи нам понадобятся, но это все по ходу рецепта я покажу. Перед тем, как мы начнем с вами готовить, скажу, что с 1 июня у меня очередной марафон стройности. Очень буду рада пройти вместе с вами этот марафон. Ссылка на марафон и рецепт будет под видео. Первое, что сделаем, это потрем кабачок. Он у меня молодой, такой именно выбирайте, небольшой, молоденький. И нам нужна терка, натрем на крупной терке. Потерли кабачок, отправляем яйцо, добавим соль. И специи добавляйте, какие хотите. У меня здесь вот орегано для аромата. И также для аромата добавлю немного копченой паприки. Добавляем муку. И добавлю немного отрубей, 2 чайных ложки. Нам осталось только все перемешать, и можно уже выпекать. Вы можете оладушками сделать. Отличные оладушки на завтрак просто получаются. Но я хочу сделать вот такой, как бы запеканкой, что ли. В общем, у меня будет один кабачковый блин. Ждать не надо, чтобы сок лишний кабачок не дал. Сразу идем выпекать. Выложила я блин на сковородку. Сковороду ничем не смазывала. У меня хорошая сковородка, блинная она вот такая. Если у вас, вы сомневаетесь в сковородке, то чуть-чуть, ну прям буквально 2 грамма масла этого будет достаточно. Сейчас прикрою крышкой и будем с вами жарить, пока вам снизу не будет он нравиться. Он не должен, смотреть, чтобы не пригорел, но чтобы такой румяненький, красивый был. Брала я крышку. Смотрите, вот как он так вот уже не липнет. Снизу он уже такой румяненький. Мы его переворачиваем. И буквально немножечко осталось, чтобы и эта сторона немножечко у нас зарумянилась. Вот такой шикарный блин у меня получился. Еще раз скажу, можно выпекать оладушки. Просто так быстрее. Готов наш прием пищи. Посмотрите, какой он объемный, вкусный. Вот есть люди, которые говорят, ну я не люблю кабачок, но это так полезно. Вот посмотрите, такой омлет или как бы сказать, оладушки или вот блин такой. Вот, ну поверьте, приготовьте сами, попробуйте, как это вкусно и можно накормить семью. На основе такого вот блина можно делать еще и кабачковые тортики. Обязательно с вами приготовим. Я еще добавила листья салата, перец, который вам показывала. Да, здесь у меня немножечко брынзы и соус. На десерт у меня сегодня клубника. Можно использовать другие ягоды или фрукт. Обязательно себя балуйте или чем-нибудь вкусненьким из выпечки. Или как сегодня у меня вот ягоды по брынзе. Вот такую брынзу сейчас покупаю. 130 килокалорий на 100 грамм. Можно рикотту. Чем брынза хороша, она солененькая. Даже вот чуть-чуть я добавила, все равно вкус совсем другой. Чтобы не было сухо, у меня здесь еще соус. Соус вот такой тоже. Состав везде хороший. Здесь 120 килокалорий. Тут 20 грамм я добавляю. Всего 24 в порции получается. Интересный соус. И самое главное, что ну, практически калорий очень-очень мало. Очень надеюсь, что вам завтрак понравился. Девочки, еще раз скажу, 1 июня начинается очередной марафон. Всех приглашаю.
Сейчас девочки у меня худеют, такая команда, мы так общаемся, многие отсюда с Ютуба пришли. Группа замечательная, такие отвесы у девочек, мы общаемся, я видео провожу, жду всех. Вот девочки, кто видит видео, прям пишите, ссылочка внизу. Я со всеми общаюсь, со всеми занимаюсь. Во всяком случае, моя группа довольна и рецептами, и тем, как проходит марафон, как я с ними общаюсь, как я их мотивирую. Жду вас на своем марафоне с 1 июня, ссылка под видео, там же и рецепт. Всем пока-пока!